отправлен и подвешены все средства. И для птиц сирена воет, опустили командиры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира. Миру явно не до мира. Очевидимо, до ночи день тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль верхах большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться. Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне. Время члена всех часах. Только стрелкам не решить, сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах, где-то в небесах. Нам троим адреналина добавляет неизвестность. Не жалея керосина, я облизываю местность. Где-то рядом неприятель, мне сейчас не до капризов. Включен главный выключатель, мы всех выключим, кто снизу. Выключен тех, кто снизу. Нам постыд огнем и громом огрызается поверхность. Контингент и там не промах, повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен, кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах. На кону всего лишь жизнь, наши судьбы на весах, где-то в небесах. Живы оба, не убиты, хоть помни, влупили точно. И орёт им тетя Рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки, но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилью, даже если инвалидность, я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. Вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах, где-то в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах.